Спасибо большое, значит, Silent Blue за донат. Текст доната Сумони Масяку на запись после первого альбома Gorillaz, специфичного даже на текущий момент. Это был второй артист, которого я осознанно слушал в 11 лет. Бас чинил. Мне кажется, даже выбор звуков похож в плане ударки и баса. А ну-ка, давайте заценим. Да, сразу заметно, что какой-то, да, стиль. Как раз, да, вот. Английские 2000-е такие. Какой-то освежитель. Не, он наоборот, загрязнитель. Вроде прикольное музло. Оазис даже чем-то похоже. Такой брит-поп с электроничной, да. Ну, все, Питер, попался, придет смотреть. Средница Дельфурия, да. Вот времена такие, блядь, наступились. Ну как, спасибо большое. Настроение. Блядь, балага за настроение, да, отлично. Сюда, блядь. Сюда балага за, блядь, настроение. Скорее такое больше фоновое музло немного. Инди-вайбы у него присутствуют. То есть это, в общем-то... Ну все, Питер попался, придется смотреть. Самое то музло для, типа, блядь, 6-й, 7-й, 8-й класс, наверное, 8-й, да. Хотя и сейчас, знаешь, слушаю по кайфу, хорошее музло. Выбор гармонии вот этот приятный, типа такой. Типа такой, не самый сложный, но завороченный. Бурин присутствует по сухам. Ну, кстати, да, да. Она именно очень хорошо по балансу сделана. То есть, если о ней подумать, если в нее вслушаться, ее слышно. А так, в целом, она максимально не отвлекает на себя внимание. Вот эти ходики кайфовые весьма такие, прикольные. Не супер хитовый трек при этом. Вот бас слышно, когда он играет что-то, ну, не в тон. Аккорду. Но в целом вообще слышно нормально. Хорошо. А чё ты его слышишь? Такое, блин, бритпопистая концовка, короче, пошла, блин. Выбор аккордычей тоже такое.
Прикольный тречок. Спасибо большое. Спасибо за донат. Интересно. Некий Робби Вильямс. Такой вот кайфовый брит-попчик бахал, оказывается.